Сотрудники Ивановского МЧС вернулись из двухнедельной командировки, проведенной в Крыму. В результате энергетической блокады республика оказалась практически обесточена. Перед группой ивановцев в составе 3 человек стояла задача – доставить на полуостров дизельный генератор. Его с нетерпением ждали в 7-й областной больнице Симферополя. С поставленной задачей сотрудники Ивановского МЧС справились быстро и остались, чтобы помогать жителям, поддерживать работу пункта обогрева и полевой кухни. Совместно с гарнизоном, то есть как бы оказывали содействие в установке световых башен в темное время суток. Жители города Симферополя относились с пониманием к данной ситуации. Конечно, обстановка была сложная, то есть электричество на полуострове, когда мы прибыли, не было практически нигде. Но наше правительство как бы с этим справилось. Все было установлено в сроки, даже, по-моему, чуть раньше.